Рязанский медицинский университет объявил о поиске талантливых школьников, которые хотели бы связать свою жизнь с медициной. Участие в олимпиадах по химии и биологии поможет проверить свои знания перед экзаменами. Чтобы пройти отборочный тур, не нужно никуда ехать. С 9 декабря тестирование можно пройти на сайте вуза. Материалы разместят в разделе «Для поступающих». Задания, которые мы предлагаем, они, конечно, носят творческий характер, но вместе с тем мы постарались их построить в формате ЕГЭ. А значит, это прекрасная возможность ребятам потренироваться и попробовать свои силы перед единым государственным экзаменом. В этом году впервые попробовать свои силы в олимпиадах по химии и биологии смогут десятиклассники. Результаты отборочного тура будут учитываться, если они решат поступать в РЯЗ-ГМУ в следующем году. Им не нужно будет проходить отбор, они попадут сразу в очный тур. В прошлом году участниками олимпиады стали порядка 400 человек из 11 регионов страны. Победителями, призерами стали 17 человек и 11 участников олимпиады, уже, соответственно, и победители, призеры являются студентами нашего вуза. Победа в олимпиаде дает возможность получить дополнительные баллы, которые помогают поступить. По одному получают прошедшие научный тур, занявшие призовые места получают по 2 балла, победители по 3. Олимпиада школьников по биологии помогла мне, я думаю, что каждому участнику проверить свои знания по дисциплине биология, отметить те моменты, которые необходимо проработать дополнительно, и дала стимул для изучения наиболее редких вопросов по некоторым разделам биологии. Андрей Пимахин и Александр Захаров – участники олимпиады, поступившие в РЯЗ-ГМУ. Сейчас они учатся на лечебном факультете. На тот момент я уже знал, что я буду поступать в медицинский университет. Возможность еще раз проверить свои знания и еще больше интерес. Отборочный этап олимпиад по биологии и химии школьников стартует 9 декабря. Также всех желающих приглашают в ВУЗ на день открытых дверей, который состоится 1 декабря. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».